Государственной Думе сидели их политические представители, вносили законопроекты от их имени, то, чтобы работали в их интересах. Почему это не происходит? На это ответа власть не дает, поэтому люди выходят на улицу. Как думаешь, почему полиция вот пока действует так мягко? Обычно в такое время уже начинают задерживать людей, это шествие беспрепятственно начинается. Видишь, какая у тебя логика изменена? А почему мы должны бояться полиции? Почему вообще полиция должна заявить? Спасибо вам за поддержку. Почему вы должны бояться выходить на улицу? Почему вы должны бояться выражать свое мнение? Почему мы уже знаем заранее, что в судах невозможно добиться справедливости? Искаженную логику, которую долгое время нам постоянно прививает власть и говорит о том, что справедливости никогда не добьетесь, вы должны бояться сидеть дома, на выборы никуда не ходить, своих политических представителей права там свои не отстаивать и вообще испугаться. Поэтому сейчас люди показывают, что они не боятся, они успешны, они имеют право на мирное шествие. Этот маршрут, по которому сейчас идем, мы уже все время... За любовь! Мы сейчас идем к одним двоим частям, по бульварам. Имеем право это делать абсолютно мирно. Здесь куча журналистов, куча всего, не видно, что никаких...